Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И в этом видео я расскажу про мои хотелки и открытия этого года. Аромат, который я ношу в последнее время чаще всего. И недавно для себя открыл его. Этот аромат от модного дома Сержа Лютанца, можно сказать. Мы с Сергеем недавно заказали посылку с официального сайта и попали на скидку 30%. И вообще желаю вам также периодически мониторить ваши любимые бренды, их именно сайты. Часто они делают какие-то различные скидки, бонусы. И чем же мне еще понравился заказ от Сержа Лютанца, это уже был второй заказ с официального сайта, то, что они дают подарочки. Не все бренды. Мы часто заказывали у других брендов ароматы, довольно-таки недешевые ароматы. И бренд просто присылает аромат без всяких подарков, без ничего вообще. А Серж Лютанц здесь вообще не поскупился. Я сейчас это все по очереди буду доставать, вам показывать, рассказывать свои впечатления. И, конечно же, самое любимое и ожидаемое, просто восторг моей души и счастье, это аромат Santal Majuscule. Я не так давно делал видео и обзор про ароматы Сержа Лютанца. Вот они здесь на полочке, в которые есть они в моей коллекции, и я их накопляю, набираю, можно сказать. И там был такой набор в таких вот, как в колбочках, да. И я впервые ознакомился с Santal Majuscule, именно с ароматом сантала, и который вообще, эта нота сантала для меня как-то всегда была обычная, ничем не заинтересованная. Я как-то не видел красоты в ароматах санталом, потому что в большинстве случаев они как-то немного мне маринадят, если говорить о сантале 33 или лабо. И мне вот это как-то все не нравится, а вот это мне просто зацепило и так понравилось. Так что если вы не смотрели видео про вот эту коллекцию ароматов Сержа Лютанца, и я там подробно рассказываю свои впечатления, то, что мне нравится, какие мои просто фавориты, под видео будет описание, и там будет ссылочки, по которым вы можете перейти и посмотреть, ознакомиться с данными видео. И также в описании будут другие видео, которые мы с Сергеем снимали про ароматы Сержа Лютанца. Так что вы можете посмотреть. И, кстати, еще хотел бы такую сказать важную новость. В описании под видео, в каждом, мы стараемся делать тайминг. То есть мы расписываем, например, название аромата и в какое время мы его вставляем в видео и рассказываем про него. То есть вы можете выбрать какой-то вас заинтересовавший вас аромат, который вам нравится или хотели бы узнать про него информацию. Можете прям нажать в описании время, и сразу вы перейдете как раз-таки в этот промежуток времени про этот аромат и можете его спокойно посмотреть. Давайте буду рассказывать, конечно же, про Santal Majuscule и вместе с вами его распаковываю. Чем же мне нравится еще распаковывать эти данные ароматы именно от Сержа Лютанца, именно в формате вот в таком, в прямоугольниках. Так, надеюсь, у меня так ножниц под рукой не оказалось. Придется разрывать его. Очень еще хотел бы сказать, эта пленочка прям все так конкретно, все так упаковано. Вот так выглядит у них сама коробка. У них я еще хотел бы напомнить несколько форматов. Есть в колокольце, есть вот в таких типа прямоугольниках и есть в небоскребах. А также есть, кстати, еще таких типа посвященно к водам ароматы. И чем же мне нравится именно вот этот формат, когда вы его покупаете, вы его открываете. И здесь, конечно же, такая конструкция, как конструктор. То есть вы немножечко играете
также в работника парфюмерной компании. Вы достаете этот флакончик. Здесь отдельно лежит пульвик. И чем же мне нравится, вы должны его полностью сами собрать до конца. То есть закончить сам этот флакон. Есть вот такая крышечка. Стандартная. Закрывает, чтобы не продлилось при транспортировке, да и вообще при хранении. Вы эту крышечку достаете и надеваете сам пульвик. То есть до вас этим флаконом никто не пользовался. Это гарантия того, что это все для вас, то, что вы первопроходец использования этого именно флакона. Вот, так крупно закрываете, и вот сама красота. Давайте проверим как раз холостые пшики и как это все распыляет. Мне очень нравится, как распыляют. У них, кстати, вот сколько я уже пользуюсь Сержем Лютансом, никогда нету никаких проблем с распылителями. Все очень качественно сделано. Приятное стекло на ощупь. Вообще все очень круто. И вообще сама эстетика бренда – это вот такая нуарная, темная, немного даже интровертная такая. Обожаю этот бренд. Ну что, что бы хотел бы рассказать про этот аромат? Есть такая небольшая у меня предыстория из моей жизни. Можно сказать, и будет, возможно, громко сказано, то, что за этим ароматом я искал его где-то буквально 6 или 7 лет. Ну, 6 лет это точно. Почему? История. Я в 2017 году собирался в отпуск летом и одновременно проходил Кубок Конфедерации футбола. Это мировое такое мероприятие, мирового масштаба. И я хотел в своей жизни хоть раз побывать, участвовать в этом. Я купил билет заранее, там за чуть ли не 5 месяцев до этого мероприятия на игру Германия с Камеруном. И я поехал в свой отпуск именно на эту игру. Это было одно из самых главных мероприятий в моем отпуске, который я готовился. И мне все очень понравилось. Германия, кстати, в итоге выиграла Кубок Конфедерации на тот момент. И она выиграла и Камерун, и вообще заняла первое место, и стали они чемпионами того. И сама атмосфера была очень классная. Очень было все организовано на высшем уровне. Очень было много народу, туристов, иностранцев. Все были очень такие милые, веселые, радостные вообще эти мероприятия. И я когда был на стадионе и смотрел эту игру данную, я вот как раз-таки улавливал вот именно подобный аромат. И меня вот заякорился он в тот момент. И я всегда хотел узнать, чем же так приятно пахло. Потому что это мероприятие останется в памяти на всю мою жизнь. И это сопровождалось именно вот этим ароматом. То есть кто-то рядом сидел, вот с очень похожим звучанием, с очень похожим ароматом от меня. И я буквально его нашел спустя 6 лет. Именно это вот как раз-таки Santal Majuscule. Это пахнет супер потрясающе. Это роза в перемешку с сухим какао и сандаловым деревом. И на грани гурманики. Есть какая-то такая небольшая сладость, и переплетается он с одним из ароматов Сержа Лютанса – Je Depot. Je Depot, он все-таки супер для меня гурманский аромат. Это пахнет свежеиспеченными круассанами, именно таким вот прям маслянистым таким тестом слоеным и с абрикосовым джемом рядом. И там все-таки прям гурманика-гурманика. Там прям слюноотделение. А здесь вот на грани. То есть это есть какая-то схожесть с Je Depot, но все-таки он не гурманский. Это супер стойка на моей коже. Моя кожа горячая.
и очень мало ароматов, которые долго-долго выживают на ней. И отличнейший шлейф, я сам от себя ощущаю и ловлю кайф, как же от меня классно это пахнет. И для меня это действительно гениальная работа, как можно было вообще вот это все воссоздать и соединить какао с розой. Вообще какао я на самом деле в ароматах раньше как-то всегда к нему относился холодно и спокойно, можно сказать так. И вот здесь так передали классно это какао. Уже второй для меня аромат от Сержа Лютанца, в котором есть нота какао, и она супер красивая. Вот вообще идеально. Действительно, это, кстати, еще аромат для меня очень легок в носке. Я в нем себя супер комфортно чувствую. Я с этим ароматом могу поехать куда угодно. Вообще, на работу, там, я не знаю, на дискотеке, в люди, дома носить, на улицу гулять. Я считаю то, что это просто must-have, и я им пользуюсь вот чуть ли не через день. Я с ним засыпаю, я могу его нанести после обеда, могу нанести его утром. И я действительно чаще всего им пользуюсь. Ну, пользовался я вот в этой пробирке, это не особо удобно. Теперь у меня будет супер удобство, можно распылять и просто вдыхать. Это вот действительно тот аромат, в котором я бы хотел бы принять просто ванну, целую ванну из этого аромата. Мне это очень нравится. Это действительно очень красиво. Если вы любите сантал, розу, какао в ароматах, и это все так супер элегантно, это супер сдержанно, это вот действительно вот высокая, я не знаю, высокая оценка именно и гениальная работа парфюмеров. Это вот просто, вот сейчас говорю и офигеваю, как классно пахнет. Просто очень классно. Следующий аромат. Я что-то подзатянул. В предыдущем видео я сказал то, что он должен скоро ко мне приехать. И ко мне приехал целый флакон в этой посылке от небоскреба. Профундис. Это ода хризантеме, цветку хризантемы. Здесь, конечно, уже не так интересно распаковывать и не так интересно собирать, потому что здесь уже цельный флакон. Пульвик уже находится внутри самого флакона. Вот так это все, конечно же, выглядит. Это уже, по сути, третий небоскреб в коллекции. У меня есть Field the Angels и Шен. И вот еще будет Profundis. Как это все классно выглядит вообще. Мне сама эстетика, визуал флаконов у Сержа Лютанца, дизайнеры просто работают на 100%. Давайте нанесу, обновлю его в своем воспоминании. О, да, это действительно аромат хризантемы, аромат клумбы, такой влажной клумбы, который недавно прошелся дождик. Аромат букета цветов для учителей на 1 сентября. Мне почему-то ассоциируется с хризантемами. Это немножечко, да, такой аромат школы, детства. И действительно очень натурально звучит. Это вот я на самом деле цветочный аромат, именно прям супер, чтобы было только цветок в аромате было слышно. Я редко когда такое могу носить. Но вот Profundis это просто потрясающе и гениальная работа также парфюмера, который создавал это. Возможно же, это же делал сам Шелдрейк, потому что Серж Лютанс доверяет этому парфюмеру, и Шелдрейк сделал очень много ароматов именно для Сержа Лютанца. Это вот сказочный шедевр, который просто вот не оторвать носа. Очень рекомендую, если вы любите ароматы с нотой хризантемы, ознакомиться с ним. Это очень, очень красиво. Дальше расскажу теперь про подарочки. Я
получается, Сергеем заказал только два аромата у Серж Лютанца. Это Сантал Маджескюль и Профундис. Остальное, как я сказал ранее, они не поскупились на подарки. И первый подарок – Феминита де Буа. Феминита де Буа. Здесь скажу, сколько миллилитров. Довольно-таки немало. 10 миллилитров. 10 миллилитров в подарок Феминита де Буа, знаете, как бы... Это очень даже не дурно. И вот так выглядит сам флакончик Феминита де Буа. Что бы хотел бы сказать про Феминита де Буа? Это один из самых первых ароматов, который вообще создал Серж Лютанс. С Шелдрейком, по-моему. Они вместе его создавали. И как я ранее говорил, то, что этот аромат должен понравиться многим людям. Он действительно такой универсальный. Красивый. Кстати, Феминита де Буа переводится как «женственный лес», но я бы сказал, то, что это прям супер унисекс, посвящен сливе. И слива очень такая мякоть сливы, такая кожурка сливы, такая фиолетовая, красноватая, немного даже зеленцой слива. Со временем она на моей коже почему-то трансформируется в банановую кожуру немного, я могу какие-то ноты банана здесь учуять. Поэтому подробно я рассказывал в предыдущих видео, вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Так, следующее, то, что я бы хотел бы рассказать, это тоже подарок. Называется Parole de. Так выглядит сама коробочка, здесь также 10 миллилитров. И также выглядит такой флакончик. Пароль дю по-французски. Переводится это как слово о воде. Я так понимаю, это линейка вод, таких типа таких легких водиц. И для меня это аромат про мяту, мускус. Здесь очень много мускуса, на удивление. И его прям, явно его чую. Много здесь зелени. Здесь прям вот лист мяты, который трансформируется в мохито, в ледяное мохито, в такой в стакан с холодными такими цитрусами, со льдом, с такими растолоченными немножечко листами мяты. О, боже, это такое какое-то летнее зеленое наслаждение, которое просто... Можно наслаждаться, охлаждаться в летнее, в жаркое время. И это, блин, так классно звучит. О, чем-то мне перекликается с ароматом от Элдо, который такой мятный. Тоже его, он тоже похож чем-то на мохито. Я не помню название у Элдо этого аромата. Я его вставлю. Вот здесь будет. Очень похоже с ним. И вот действительно мохито во флаконе. Если вы любите такое очень летнее, зеленое, игристое, цитрусовое, свежее, мятное, это вот, возможно, вам зайдет. Так, следующий. Здесь такой пакетик уже более поменьше. Тоже есть подарочки от Сержа Лютанса. И здесь 4 аромата. Начну я с первого. Называется он Parole de. И как раз-таки вот то, что я вот сейчас вам рассказывал. Не буду еще раз повторяться про него. Положу его обратно. Короче, положу сюда. Следующий аромат называется Five O'Clock Ginger. Я его знаю. Он... Есть у меня, кстати, в коробочке здесь. Так, куда я его положил? Five O'Clock. Куда ты делся? Так. А, все, нашел. Sorry за ожидание. Есть такая коробочка у меня, не распакованная. Не знаю, отсвечивает немного, да?
Давайте его тоже распакуем. Это немножечко, кстати, разное поколение ароматов. То есть вот сейчас вот в основном вы найдете вот такие коробки черного цвета полностью. Да, вот этих коробочек, я так понимаю, вот такие были. Давайте посмотрим, как это выглядело. Это вот сам аромат Five O'Clock. Так, здесь также слюда. Он, по сути, настоялся. Кстати, был куплен не за очень большие деньги, на самом деле, в магазине, который такой, знаете, меня человек занимается чисто сам для себя, сам продает ароматы. И у него он просто залежался, я так понимаю, этот флакончик. И он продал его, по сути, можно сказать, почти по себестоимости. Давайте сейчас достанем саму коробочку. Вот сама коробка. Здесь так же, вот как и в предыдущем, с Анталем Маджескюль, отдельно пульвик находится. И отдельно сам флакон. Вот так, кстати, вот такой цвет жидкости. Мне нравятся сами цвета. Выглядит, кстати, очень прикольно. На самом деле не особо это и все окрашивает. Вот сколько я уже пользовался и темными, и красными там ароматами. Например, аромат «Берлинская дева» из Берлина. Особо все не укра... Вот, кстати, в отличие от того аромата, здесь вот какая-то защитная такая белая штука. Вот в предыдущем Санталии Маджескюль такого не было. Настоялся. По сути, это вот как раз старая версия. И здесь все-таки другая наклейка. Видите? Если смотреть, все-таки черная, здесь вот такая белая. Да, красота. Сама вообще эстетика, как это все выглядит. Просто нет слов. Одно удовольствие визуальное. Так, давайте проверим, есть ли холостые пшики вместе с вами. Да, есть. Несу я Five O'Clock. И это действительно аромат, посвящен чаю. О, да. Это чай с корицей, с лимоном, с имбирем, с добавлением меда. И вы пьете этот чай с имбирным пряничком. Это настроение уюта, зимы, Рождества, Нового года. Какой-то такой семейный, такой вот, знаете, аромат, такой плед, который вас окутывает, у вас такое вот теплое облачко чайное. Это очень хорошо. Со временем я его уже разнашивал на своей коже. Со временем он уходит такое в древесное амбровое звучание с небольшой такой кислинкой, цитрусовый. И я вот 100% уверен, то, что он больше в мужскую сторону уходит. Больше подойдет для мужчин. И подойдет пойти в офис, вы им никого не задушите. У него умеренная такая диффузность, умеренная стойкость. У него приятный шлейф довольно-таки. Это вот пахнет таким ухоженным, приятным, модным человеком, который следит за собой. Возможно, даже девушкам это понравится. И со временем он почему-то мне как околет. Это вот просто очень неожиданно. Я здесь слышу прям действительно запах Кока-Колы. И это прикольно. Мне очень нравится этот аромат. Я, скорее всего, начну его сейчас теперь разнашивать. И посмотрю, как он будет именно летом. Я думаю, что он летом также идеально зайдет. Так, дальше то, что они там нам положили. Осталось два аромата. Называется Лё, все же лютанцы.
Что бы хотел бы про него рассказать? Этот аромат, в переводе с французского «лё» – это вода. И действительно, он такой легкий, воздушный, как брызги воды. Мне это пахнет вот таким, знаете, мускусным хлопком. Таким вот белым, таким мягким хлопком, который передает аромат уходовости, такой немножечко деликатной такой кожи, такой мягкой, которой хочется прикоснуться. И то, что это лё, на моей коже довольно-таки очень тихо это звучит. Это прям очень, очень близко к коже. Я не скажу, что люди будут чувствовать от вас там какой-то шлейф большой, километровый. Нет, это все прям рядом-рядом с вами. И со временем здесь мускус начинает преобладать. И для меня это начинает пахнуть шерсткой кошки. Естественно, когда вы вот в кошку упираетесь, когда вы с ней играетесь, лежите с ней. И вот если прям вот уткнуться в кошку, это вот будет пахнуть вот таким приятным, хлопчатым, мягким, обволакивающе деликатным, с немного с таким мускусом приятным. Здесь нету никаких лотков. Нет. Это вот такая домашняя ухоженная кошечка, о которой заботятся, которую вычесывают. Такая кошка-кокетка. Почему-то я думаю, что это больше подойдет для девушек, хотя спокойно парни могут это носить. Мне это нравится. Не сказал бы я, чтобы хотел бы целый флакон этого аромата, я не скажу. Но это приятно. Довольно-таки носибельно. Возможно, кто любит, вот, кстати, мускусные ароматы, зайдет. И последний аромат в этой подборке называется Danse le bleu cupetilier. Такое вот название. Незамысловатое. Переводится как синяя вода. Типа что-то такое. Типа синяя голубая вода. И старт здесь очень такой ладано-морской. В каком плане морской? Здесь нету вот этих мужских раздевалок. Это вот, знаете, вот пепенобритвенная акватика, которая часто любит делать люкс. Ни в коем случае такого здесь нет. Здесь действительно пахнет морем. Есть какие-то перекликания с Айс де Венустас, Капалазур. Но это просто какое-то одно направление. Все-таки очень разные ароматы. Но настроение, я хотел бы сказать, почти что одинаковое. Если Капалазур мне пахнет таким маяком на берегу моря, туман, дождь, такая прям вот серая погода. Здесь вот примерно такая же погода, серая, возможно, идет дождь, рядом море бушующее. Но вместо маяка здесь такая каменная церковь. Здесь очень много минеральности, минералов. Я прям чувствую какая-то известь, мел, возможно. Вот можно даже сказать, что это в какой-то степени направление Comme des Garçons, где Comme des Garçons играется с ладаном, с минералами. Здесь вот что-то подобное, которое хотели передать настроение вот именно акватики, но акватика все-таки вот такая минеральная, древесная. Здесь дерево все-таки очень явно чувствуется. Это вот, знаете, вот церковь на берегу моря, где, знаете, из моря принесло корягу такую. И коряга – это какое-то хвойное дерево, сосна. Потому что здесь еще очень много смол. Смол именно хвойных, там, сосновых, еловых, там, ёлки. Именно вот хвоя здесь, кстати, прям чувствуется. Действительно, отлично. Я люблю вообще хвойные ароматы. Мне это очень нравится. Так как у меня есть Капалазур и есть
Фил Энджел, девушка в иголках. Это вот, знаете, на самом деле, как будто Капалазур смешали с девушкой в иголках в этот аромат. Вот. И получился вот такой микс, замиксованный аромат вот в этом одном флаконе. Это прикольно. Если вам нравится девушка в иголках и Капалазур, и вы обязательно должны попробовать его. Возможно, вам тоже это понравится. Вот если у меня закончится когда-нибудь девушка в иголках и Капалазур, это будет следующий аромат, который будет в моем списке покупок. Это действительно классно. Я с большим удовольствием поделился своими новинками, с этой удивительной покупкой, с этим брендом. Я его действительно обожаю и прям обожаю его носить. Особенно вот Тантал Моджескюль сейчас в моем сердце. Я хочу просто сейчас на камеру нанести на себя этот просто божественный аромат с санталом. Мне это очень нравится. Я не знаю, это просто аромат, который я не могу им просто надышаться. Это вот аромат надыш... Вот действительно, присмотритесь. Его надо понять, и если вы его полюбите, вы просто будете без ума от него. Я вам гарантирую, это просто любовь всей жизни будет. Вам большое спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, потому что просмотров много, но иногда вы забываете поставить лайк, а лайк продвигает видео в системе YouTube, вы помогаете увидеть потом это видео другим людям, которые также интересуются парфюмерией. Не забудьте подписаться на наш канал и напишите комментарий, знакомы ли вы с данными ароматами от Сержа Лютанца, какие вообще у вас любимые ароматы. Поделитесь, пожалуйста, мне будет интересно почитать. Я дальше хочу изучать этот бренд. Это вот бренд, такая вот как энциклопедия парфюмерного искусства, парфюмерной истории, потому что это уже довольно-таки старый бренд, можно сказать. Вам отличного настроения и классно вам пахнуть. Всем goodbye.